Это прикорка гейзер, которая бурлит в воде. Сейчас мы ее испытаем в нашем аквариуме. Сейчас мы прикорку кидаем вниз. И будем смотреть, как она булькает. Па, смотри, булькает. Ну, пока еще не булькает, а просто пузырики выделяются, да. Но она и не должна булькать, она должна потихоньку вот так маленькие пузырики выделять и как бы создавать такое облачко взвеси из частичек. На самом деле я ее скомкал очень сильно, вот, и через какое-то время она развалится, превратится в аппетитную кучку. Смотри, она ее ест потихоньку. Да. Нашему окуню понравилась прикормка. Конечно же, это не окунь никакой, но мы считаем, что это окунь, поскольку он такой же полосатый. А вот у нас как бы подлещик. На самом деле это не подлещик, а какой-то, ну типа брабус, что ли. Feel on red steadily.